гора новостей на фестивале «Ломая барьеры». Здесь много всего интересного, но нас заинтересовал концерт с ребятами. Со многими из них мы уже знакомы. Здесь, в конгресс-холле Таратау, выступают лауреаты конкурса «Созвездие талантов» и воспитанники детских реабилитационных центров. Многие из них становились героями передачи «Преград нет». Ведь их активности, дружелюбности, артистизму можно позавидовать. Расскажи о номере, с которым ты выступаешь. Я сегодня выступаю с номером с народной песни «Эль-Малик». Это такая задорная песня. Я подумала, что чтобы подбодрить людей, нужно спеть эту песню, чтобы все пошли в пляс и все были с хорошим настроением на протяжении всего дня. Сам фестиваль «Ломая барьеры» — это уникальная площадка. Здесь обсуждают вопросы, интересующие людей с особенностями здоровья. Но по многим из этих ребят и не скажешь, что кроме школы и кружков они ежедневно проходят лечение. У тебя такой красивый костюм. Для чего он у тебя? Чтобы выступать. Русский народный костюм вообще очень красивый, красочный. Мне очень нравится в нем выступать, ходить. Я выступаю пятым номером. Он очень красочный, веселый, задорный. В нем я пляшу. Готовилась я очень долго. На протяжении 3 дней башкирская столица принимает масштабный форум-выставку «Ломая барьеры». У нас такое проводится впервые. И, судя по всему, повторится не раз. Ведь такие встречи заряжают вдохновением. Творить и верить в чудеса должен каждый. Особенно ребята, которые провели концерт. Шидьянова, Валерия, Руслан Бикбаев, специально для «Горы новостей».